В Орле проходит чемпионат области по шахматам среди мужчин и среди женщин. В этом году у нас участвует 61 человек. Это немного меньше, чем в предыдущие годы, связано исключительно с ограничениями, вот те, которые происходят в стране в связи с коронавирусной инфекцией. Все-таки мы уменьшили количество игроков. Нет ветеранов, которым 70-75, которые частенько появлялись на таких турнирах. Все участники разделены на две лиги в зависимости от их навыков. 22 сильнейших шахматиста составляют одну группу, а все остальные – группу другую. Соревнования проводятся с 23 по 31 января. И каждый день компьютер сводит игроков в пары на основании их достижений. Победители играют между собой, проигравшие друг с другом, так и определяются места на пьедестале. В конце месяца судьи подсчитают все очки и определят сильнейших. Их ждут медали, призы и даже денежные премии. Следующие соревнования, которые устроит Шахматная федерация, это турнир по быстрым шахматам в честь Дня защитника Отечества. Куда более серьезный мероприятие ожидается в июне. Это будет международный шахматный фестиваль «Славянские корни».